Можно ли его делать? Нужно. Одни мужчины после минета на первом свидании скажут про девушку «распущена». Другие скажут наоборот: «Вот это да, какая раскрепощенность, какая горячая». Поэтому угадать не получится, да и не надо. Минет на первом свидании делать можно в двух случаях. Первое. Когда это все исключительно для вашего удовольствия, вот такая у вас нестерпимая страсть, и вы сами этого желаете. Ради мужчины ни в коем случае. Жажда сосать. Не нужно делать, не следуйте такой мотивации парня удовлетворить здесь и сейчас. Сейчас я покажу класс, он влюбится. Нет, не надо, потому что не влюбится. Он просто это использует. И оставит это как для себя приятные воспоминания. Второе. Нет, в обмен только на кунилингус. Даже если свидание станет последним, то положительные эмоции перепадут не только мужчине, но и вам. Это честно, правильно. Минетная стратегия больше подойдет для поиска приключений, чем отношений. Вероятность на стороне того, что секс на первом свидании так и останется разовым сексом. Минетная стратегия. Это что-то новенькое, ребята. Всем здорово, Саночка, смотри, какая чаечка обворожительная такая, глазки зеленые, кофточку зеленую подобрал, такая, ну пойдет, пойдет, да, ребята. Но очень жаль, что вот эти вот чаечки, ребята, потом нам страйки кидают на канал, ребята. Я уже пятый раз повторяю, что подпишитесь на телеграм-канал, потому что на канал прилетело предупреждение от какой-то чаечки, не сказано от какой, а за нарушение правил сообщества. Ну, это страйк, ребята, как бы, какая разница. От кого, как бы, ну от кого-то есть, да. Поэтому, ребята, очень сильно вас прошу подписаться на телеграм-канал и чат, и мой ВКонтакте, ребята, мой контакт. Потому что, ну, теряться нельзя. Вы знаете, что такие подобные каналы на Ютубе рушатся моментально, как бы там 2-3 страйка улетели, как бы. Это не авторский страйк, ребята, а системный страйк. Вот, за какую-то там фигню. Вот, 3 страйка, канал удаляется. Поэтому, ребята, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. По поводу чаечки, на того, что она сказала, как бы, ребята, вот мне вот абсолютно похрену, с какой мотивацией она отсосет у меня, вот, знаете, сделать мне приятно или для себя, как бы, да, там, порадовать, типа, я то, что хотел, я получил, с какой-то было мотивацией было сделано, мне вообще плевать, вот, честно, как бы, лишь бы отсосала, вот, честно.